Сергей Анатольевич Пицарев. Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, дорогие жители Ульяновской области, гости. Добрый вечер в областном драматическом театре имени Ивана Александровича Гончарова. Рад вас всех приветствовать. Сегодня у нас яркое событие. Сегодня у нас в гостях академический театр оперы и балета с Донбасса. Это просто овация в зале Донбасса. Видите, как тепло мы вас принимаем. Видите, как мы вас ждали. Видите, как мы вас любим. Но вы наши родные. Я приветствую театр. Я приветствую артистов. Вот я их здесь и вижу в оркестровой яме. Для вас аплодисменты. Гастроли и поддержки Росконцерта. И я благодарю наших федеральных партнеров за этот подарок для жителей и гостей Симбирского Ульяновского края. И да, спасибо, спасибо Росконцерту. И сегодня, уважаемый Евгений Иванович, уважаемый Вадим Яковлевич, я хочу поприветствовать вас от имени губернатора Ульяновской области Алексея Юрьевича Русских. Сердечно приветствую вас и коллектив Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Анатолия Борисовича Соловьяненко в Ульяновской области. И от всей души благодарю за визит и за те замечательные спектакли, которые вы привезли в наш гостеприимный край. Поздравляю вас с торжественной датой, 90-летним юбилеем со дня создания вашего театра. Талантами Донецкой земли живет и развивается мощный, самобытный, разносторонний коллектив, достойно представляющий свою малую родину. Очень рад, что благодаря программе «Большие гастроли» с вашим творчеством сможет познакомиться вся наша необъятная страна. На протяжении своей истории Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени Соловьяненко остается неизменно верен театральным традициям и заветам сценического искусства. Но самое главное, ваш коллектив выполняет высокую миссию, учит зрителей добру, верному пониманию окружающего мира, щедро дарит радость и душевное тепло. Спасибо вам за это! Выражаю глубокую признательность за прекрасные спектакли для детей и взрослых. «Малыш и Карлсон», «Тысяча одна ночь», «Пергюн», которые станут праздником балетного искусства для нашего зрителя. Я рад, что ульяновцы имеют возможность познакомиться с вашим мастерством, ощутить результаты кропотливой работы великолепного коллектива. В Ульяновской области любят и ценят театральное искусство, знакомы с творчеством ведущих театров страны. И они с радостью готовы познакомиться с вашим. Надеюсь, мы и впредь будем видеть вас на нашей гостеприимной ульяновской земле и участие в фестивалях, которые проходят здесь на территории. Искренне желаю вам творческого вдохновения, успехов в вашем созидательном труде, а всему театру процветания новых проектов и постановок. Продолжайте творить и озарять светом искусства наши сердца. Губернатор ордена Ленина Ульяновской области Алексей Юрьевич Русских. Да, сегодня, да, под эту студию, да, вы их посмотрите дома, но под аплодисменты. Дорогие друзья, родственные, любимые, поверьте мне, вот те взрывы, которые у нас заглушаются взрывами аплодисментов в этом зале.
как стояла и стоять будет русская земля. И пусть враги не клюнут носом в эту землю. Я рад за Симбирск, что есть такой театр, что есть такой министр культуры и директор театра. Дай Бог всем здоровья. Спасибо огромное за теплые слова. Хотелось, чтобы вам понравилась наша земля, Ульяновская земля, чтобы вы ее полюбили так, как любим ее мы. Мы всегда ждем вас в гости. И сегодня, я так полагаю, что встреча с балетным спектаклем «Тысяча и одна ночь» очень долгожданная. И мы, конечно, получим незабываемые яркие впечатления. Дорогие зрители, всем приятного вечера и просмотра. И еще раз, мы любим Донбасс!
очень люблю балет, восхищение от этой постановки, от этого театра. Мне приходилось много бывать на балетных спектаклях, и этот вызывает восторг. Этот необыкновенный театр, талантливые артисты, шикарные костюмы, яркие. И вообще они легко танцуют, очень профессионально. Мне очень понравилось. Успехов в дальнейшем всегда и везде. Я как зритель города Ульяновска очень приветствую театр оперы и балета города Донецка. И очень рада встрече с этим театром. Мне никогда не приходилось, даже никогда в жизни меня не видела, никогда балет. Отдельно балет, вот, допустим, оперы. Или очень рада и желаю, чтобы они к нам приехали не последний раз. Ждем их. Выступление нам очень понравилось. Понравилась профессиональная игра актеров. Так скажем, выступление и костюмы оставляют только восхищение в памяти. И, конечно, хотелось бы пожелать всем актерам и в целом Донецкому театру процветания, развития и, конечно, мирного неба над головой нам всем.